Треск горящего дерева, взрывы пластиковых пакетов – такую картину редко увидишь в Березниках. Однако иногда все же случается. К счастью, загоревшийся дом признали аварийным еще в 2016 году. И в момент ЧП он уже был расселен, а поэтому сейчас здание облюбовали бездомные и подростки. Возможно, они и стали причиной вчерашнего звонка в диспетчерскую службу пожарной охраны. 14 октября, 22 часа 07 минут, на пульт диспетчера пожарной охраны поступило сообщение о том, что по адресу город Березники, улица Юбилейная, 64, горит квартира на втором этаже расселенного дома. По прибытию на место вызова информация подтвердилась. Горела квартира в расселенном доме. Пожар был ликвидирован 22 часа 25 минут. Фаер-шоу в расселенном доме началось из-за загоревшегося мусора, а площадь пожара составила всего 10 квадратных метров. На место ЧП прибыло сразу несколько пожарных машин, бригада скорой помощи и полиция. К счастью, на месте происшествия никто из жителей города не пострадал.